Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале «Горячая новость». В очередной раз мы обсуждаем тему Сергея Фургала. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал арестован за организацию ликвидации определенной категории граждан, подстригся и выглядит помолодевшим, но жалуется на скуку, рассказал член общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. Фургал подстригся, выглядит хорошо, помолодевшим, читает книгу Глеба Павловского «Ироническая империя». Удивляется, как такую книгу пропустил в СИЗО. Фургал всем передает пожелания добра и здоровья. Говорит нам, уходя, скучно тут, надоело, написала она в Facebook. Правозащитница также рассказала, что Фургалу по-прежнему не приходят письма от родственников. По ее словам, экс-губернатору на днях принесли письма, но оказалось, что это к нему вернулись те, что он сам писал пару месяцев назад. Вот такая вот, друзья, информация. В какой-то степени я считаю, что это просто издевательство возвращать те же самые его письма, которые он писал не так давно. Ну, в какой-то мере я считаю, что это, ну, своего рода такое давление на Сергея Фургала. Вот. И также я отмечу, что вот члены УНК ходят туда уже большой промежуток времени и выносят какую-то вот такую несущественную, незначительную информацию. Неужели они не разговаривают с этим человеком о чем-то более серьезном? Неужели им нечего рассказать более серьезного, более конкретного, ну, про дела Фургала, про его состояние, что он думает, какие мысли вообще, какие высказывания у него, вот кроме вот того, что он подстригся, выглядит помолодевшим? Ну, конечно, это место как раз-таки, ну, оно подобие курорта, там люди молодеют, выглядят хорошо и так далее. Вот, как мне кажется, это не совсем та информация, которую нам должны доносить члены ОНК, если они действительно выполняют, ну, добросовестно свою работу. На этом, друзья, у меня все. Всем, кому понравилось видео, ставьте класс и подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео, появившееся на канале. Всем пока, друзья. До новых встреч.